Друзья, добрый день, с вами студио Лоскут и Марианна. Сегодня передо мной огромная палитра шикарных, очень нежных цветов, совершенно необычной для нас ткани. Хотя работаем мы с этой тканью достаточно давно, каждый год мы привозим коллекцию этих чудесных кади. Почему необычно для нас? Это полиэстер. Вы знаете, что в наших магазинах крайне редко бывают синтетические ткани, и это одна из тех, которые мы заказываем каждый год, не боясь, в достаточно больших количествах, потому что это потрясающая ткань. Что о ней можно сказать? Ну, во-первых, это кади. То есть эта ткань тяжелая, плотная, двойного крепкого плетения. Обратите внимание, очень красивая матовая поверхность. Она с эластаном, она тянется. То есть пока сплошные преимущества. Посмотрите, эластана, причем здесь 8%, то есть это много. Ткань очень пластична. Это полиэстер, но бренд Hugo Boss в свое время очень долго экспериментировал с полиэстерами, и они сделали так называемый дышащий полиэстер. Это полиэстер, в котором не жарко. А что получилось? Получилась уникальная ткань, которую используют очень часто для пошива форменной одежды. Это гостиничный персонал, это стюардессы, это люди, которые в этой одежде работают. И неважно, пролилось на вас что-то, вы сели, встали, ткань не мнется совсем. Ее невозможно спрятать, ее можно положить в чемодан, повезти с собой куда-нибудь и одеть прямо из чемодана. С этой ткани прекрасно все отстирывается. У меня была клиентка, которой сшили платье на свадьбу. Естественно, на нее вылили красное вино. Вино было замыто и высушено полотенцем, и прекрасно вечер продолжился. Совершенно изумительная пластика. Вот обратите внимание, эта ткань прекрасно будет смотреться в костюмах. Это чудесные брюки, это очень удобные юбки. Она хороша. Вот поверьте человеку, который никогда не носил полиэстер, но даже если вы посмотрите на его цену, это не маленькая цена. Эта ткань стоит этих денег. Она в цену шелка, но она даже в каких-то случаях может быть удобнее шелка, практичнее шелка, а комфорта не меньше, чем у шелка. Посмотрите, какая чудесная палитра. Это тоже одно из преимуществ. У нас много цветов. Вы всегда спрашиваете, можно ли подобрать компаньон. Да, здесь можно набрать просто даже целую коллекцию. И это цвета не сильно яркие, не бьющие по глазам. Даже вот этот мандариновый, он все равно чуть-чуть спокойно приглушенный. Это голубой, это замечательный коралловый, очень красивый синий, черный, хаки. Все наши любимые цвета, включая белый. То есть белая кади – это крайне нужная вещь. Я думаю, что если сделать, например, из этого кади брюки, можно не бояться, что вы их как-то закапаете снизу, их всегда можно просто замыть. Подумайте над этим чудесным кади Hugo Boss. Оно может стать какой-то палочкой-выручалочкой в вашем гардеробе. То, что вы сможете одеть всегда. Всегда. Залез в шкаф, посмотрел, одеть нечего – эти брючки или этот жакет спасет вас. То есть его можно одеть чем угодно, когда угодно, и он всегда будет выглядеть идеально.